Представление команды города Москвы. Мишина Дарья, мастер спорта международного класса, член сборной команды России, четырехкратная абсолютная чемпионка России в групповых упражнениях, четырехкратная победительница Кубка России в групповых упражнениях, двухкратная победительница спартакиады молодежи России в групповых упражнениях, серебряный призер этапа мира в Пензаро 2018 года. Лютахина Мария, мастер спорта международного класса, член сборной команды России, абсолютная чемпионка России 2018 года в групповых упражнениях, победительница Кубка России 2018 года в групповых упражнениях, победительница спартакиады молодежи России 2018 года, серебряный призер этапа Кубка мира в Пензаро 2018 года. Пичушкина Елизавета, мастер спорта международного класса, член сборной команды России, абсолютная чемпионка России 2018 года в групповых упражнениях, победительница спартакиады молодежи России 2018 года в групповых упражнениях, серебряный призер этапа Кубка мира в Пензаро 2018 года. Широких Анна, член сборной команды России, победительница Кубка России 2018 года в групповых упражнениях. Луговская Виктория, абсолютная чемпионка Москвы 2019 года в групповых упражнениях. Тренер команды, заслуженный тренер России Наталья Орлова. Постановщик программы, заслуженный тренер России Ирина Зиновка. Оценка команды Ростовской области 24.